Андрей Воробьев сегодня подал документы в Мособлизбирком для участия в выборах губернатора Подмосковья. 9 июня региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло Воробьева кандидатом на пост главы области. Теперь ему необходимо заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципалитетов, собрать не менее 196 подписей в 51 муниципальном районе. Сегодня Андрей Воробьев поделился планами дальнейшего развития Подмосковья. С каким настроем выступаете? Настрой уверенный, есть план. План действий, которые мы должны реализовать в Подмосковье, построить сильное, здоровое, чистое Подмосковье. Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать те проблемы, которые волнуют людей. Это и благоустройство, это и социальная сфера. Все, что связано с образованием, здравоохранением, все является нашим приоритетом. Будем внимательно работать и обеспечивать позитивные перемены.